12 января текущего года комиссия администрации района провела обследование и контрольную проверку грузоподъемности двух полос ледовой переправы через реку Амур между селом Вознесенское и городом Амурском. Комиссия установила, что устройство ледовой переправы произведено согласно всем необходимым решениям и постановлениям администрации Амурского муниципального района, а также Амурским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. При обследовании и техническом освидетельствовании ледовой переправы произведены контрольные замеры толщины ледового покрытия в критических точках, на стрелках проток и в основном русле реки Амур, которые показали возможность проведения испытаний по грузоподъемности до 10 тонн. Испытания по грузоподъемности до 10 тонн проведены в два этапа. Замером стрелы прогиба и остаточных деформаций ледового покрытия. Ледовая переправа оборудована запрещающими, предупреждающими знаками и информационными плакатами, сигнальными вешками, шлагбаумами и контрольно-пропускными пунктами со стороны въезда и выезда. Ледовая переправа город Амурск, село Вознесенское, принята в эксплуатацию с 12 января 2018 года с ограничением грузоподъемности до 10 тонн. При вводе в переправу в эксплуатацию ликвидированы все несанкционированные выезды. Ледовая переправа Амурск-Вознесенская введена в эксплуатацию по многочисленным просьбам жителей района и благодаря районным депутатам, которые нашли возможности увеличить финансирование муниципальной дорожной программы. Эксплуатация переправы дает реальную экономию автомобилистам, сокращая расстояние от Амурска до Хабаровска на 150 км и время пути в 1,5 часа. Для жителей села Вознесенская переправа протяженностью 13 км делает доступными ряд муниципальных услуг – поездки в больницу, в госучреждения, а также магазины. В связи с официальным открытием ледовой переправы и получением оперативной информации о техническом состоянии и возможности проезда по ледовой переправе, Амурск-Вознесенская администрация Амурского муниципального района извещает пользователь, что оперативную информацию о возможности проезда можно получить на сайте администрации района, либо в единой дежурно-диспетчерской службе Амурского муниципального района по телефону 341-25-341-27, 8-914-196-24-57 или у диспетчера подрядной организации «Масштаб» по телефону 8-914-219-65-61. Ограничение проезда по ледовой переправе обозначается запрещающими знаками ПДД и информационными плакатами. Администрация района предупреждает о технике безопасности при пользовании переправой, особенно при ухудшении погодных условий. При снегопаде, метели, снежном буране просят автомобилистов не рисковать и при закрытии переправы использовать автотрассу город Комсомольск, город Хабаровск. Берегите себя и своих близких.